Но вот, видимо, пока еще не все осознали, что порядок – это не только полицейский патруль. Печальная новость для всех любителей прогуляться в Дорис-парке. Управление ЖКХ и благоустройства столицы республики решило больше не устанавливать в этом парке контейнеры с цветами. И все это из-за вандалов. Они устроили бесчинство в разгар дня и при свидетелях. Клумбы в форме коров, урны и цветы пострадали от рук вандалов в Дорис-парке, а также в сквере напротив ДК «Тракторостроителей» возле детского медицинского центра. По словам очевидцев, одна шумная компания сначала мирно изображала ковбоев, а затем взяла да и перевернула ни в чем не повинные фигуры с цветами, как говорится, вверх ногами. Как сообщили в управлении ЖКХ и благоустройства, цветочные композиции на чебоксарских улицах портят часто, а в Дорис-парке, к сожалению, это происходит регулярно. С фигурами в виде коров подобное уже во второй раз. Сейчас бюджету города нанесен ущерб в размере около 100 тысяч рублей. И теперь, дабы избежать повторных нарушений, принято решение не устанавливать больше в этом парке контейнеры с цветами. Пока чиновники подбирают новое место жительства для коровок. Хотя, возможно, в этом сезоне от них все же придется отказаться, поскольку запасы цветочной рассады в настоящее время на исходе.